Мероприятие прекрасно. Здесь собрались люди, которых я знаю, большинство. Часть — это новые знакомства, и каждый из них вносит какую-то свою струю, какой-то свой дух, какую-то свою частичку в то важное дело, которое все делают сообща. Таких мероприятий должно быть больше, на них должно быть все больше людей, и тогда добрые дела будут масштабироваться. А, собственно говоря, благотворительные фонды именно для этого и создаются. Ну, знаете, я, наверное, не смог бы выделить какую-то одну историю, потому что для меня это все эти истории — это одна история. Это один человек, который в разных физических оболочках, если так можно сказать, сделал то, что он должен был сделать, пошел защищать Родину. Поэтому это одна история. Для меня это все единое и неделимое. Ну, один фонд на великую, огромную Россию, конечно, не может решить все стоящие задачи. Поэтому таких фондов много. Ну и, наверное, и никто не стремится стать единственным источником благотворительности или решить все проблемы, которые существуют. Поэтому фонд «Свои» — это одна из частей той благотворительностью, которую занимаются очень многие. И мы видим, что количество жертвователей, количество средств, количество проектов, которые собирают средства, потому что это единственный способ, да, получить что-то и дальше отдать и помочь, Это все становится все больше. Ну, мне кажется, это важно и будет только расти дальше. Сделать так, чтобы как можно меньше людей, желательно вообще, чтобы ноль, чувствовали себя брошенными, обездоленными, несчастными. Поэтому для благотворительности в мирное время всегда есть место. А что уж говорить, что в пору военной, хоть специальной, но все-таки военной операции, здесь огромное поле для деятельности. Быть своим.